Здрасте все. Как ваши дела? У вас все хорошо? У нас тоже все хорошо. Ребята, такая, короче, у меня канитель. Приехал с рыбалки, жрать нечего, рыбу поймал. Вот, опять в каньоне, короче. И надо быстро ее сделать. Я есть хочу, я целый день не ел, короче, надо быстро вам, короче, поесть. Что мы делаем? У нас вот такие уже две филешки я снял, поубрал кости. Что мы делаем? Разрезаем на две части, чтобы у вас это дело поместилось в сковородку. Сюда, сюда. Берем вторую часть. То же самое. Чпок-чпок. Все. Распилили. Приготовили. Что делаем дальше? Дальше берем нашу вкусную Вася соль. Вот. Берем и присаливаем ее. Присаливаем. Фу, сколько здесь травы. Всякое разное. Все присолили. Чуть-чуть, немного. Так, ну по вкусу нету, я же говорю, я никогда не делаю акцент на каких-то пропорциях, потому что пропорции нужны только в тесте. Здесь пропорции нафиг не нужны. Как вам вкусно, столько и делайте. Хотите, чтобы соли много было, на зубах скрипело, делайте. Хотите, не любите соленое, не делайте. Вот. Ну, я делаю, как мне нравится. Так, посолили. Берем обычную смесь перца. Ну, достаточно с одной стороны будет. Все перевернули. Открываем перец. Ну, опять же, на вкус, на свой вкус, цвет. Кому как. Приятно. Вот так. Все. И отставляем минуток на 15. Ребят, прошло у нас 15 минут. Что мы делаем дальше? Берем зубчик чеснока. Крошим его. Так, мелкие кусочки не надо так. На глаз. Вот так вот, большие пускай будет. Вот так пускай будет. Потом берем растительное масло. Ту-дю-дюн. Запах пошел. Подождали. 1 секундомерчик, сбавили чуть-чуть плиту и берем, с вами выкладываем нашу форель. Давайте ее поджарим, мы ее выпечем, не выпечем, но по крайней мере поджарим, чтобы у нас была румяная корочка. Все, ну, прожарилась она у нас, подрумянилась, вот такая вот желтенькая получилась, блин, сломал, потому что спрашивал. Перекладываем на тарелку. А что же мы делаем дальше? А что, мы только жареную будем есть? Нет. Смотрите, что делаем дальше. Полазил я немножко в холодильнике, нашел сливки. Берем сливки. Прям в эту же сковородку выливаем сливки. Вот так сейчас. Жжу. В это масло, в этот сок. Теперь делаем. Вылили. Полазил я в холодильнике. Нашел, короче, вот такую траву. Что мы делаем? Нарезаем ее мелко. Она уже подсохла, бедная. Сколько она там лежала? Не знаю. Все, что было, короче, в холодильнике, с того и сделал. Никуда в магазин не ходил. Все. Это ожидаем. И ждем, чтобы у нас закипели сливки. Поехали. Ну вот они пошли. Пошли они у нас закипать. Пошли закипать. Подождали секундок 30. Берем, отрезаем кусок лимона. Добавляем. И кусок лимона вот так выдавливаем. Есть. Она начнет сворачиваться, друзья. Ничего страшного, что она сворачивается. Просто помешиваете потихонечку. И все. Она делает то, что вам надо. Прям получится.
берем, короче, с вами нашу траву, которую мы нарезали полусухую. Да. Ну что было, не обессудьте. Дешево, сердито, зато вкусно. Но у меня, как обычно, быстро, просто вкусно. И еще это дело перемешиваем. Видите, вы, когда перемешиваете прям хорошо, у вас пропадает вот это свёртывание сливок с кислотой. Ну, она всегда кислота сворачивает молоко. Чуть-чуть добавим, чтобы она у нас загустела и примерно была, ну, как манная каша. Все, вот он у нас загустел. Масло растительное не выпаривается, вот, но он загустел. Загустел наш соус. Все, ребят, все готово. Вырубаем станок. Там стоит. Мы приступаем к пожиранию рыбы. Я, ну вот такое вот быстрое чудо-блюдо у нас получилось. Сейчас будем пробовать. Ну так это выглядит, как обычная жареная форель. А вот так, ребята, выглядит форель от Ивана. Ваше здоровье, друзья! Супер!